Доброй субботы, мои дорогие! А сегодня мы с вами поедем собирать березовый сок. Так что погнали! Приезжаем в торговый центр «Планета». Как понимаете, поехали мы на секретные места. Сок будем собирать секретных берез. Мы все покажем, как будем сок добывать. С помощью шуруповерта. Покажем наши секретные березки. Как вы поняли, мои дорогие, что секретные места у нас, они везде. У нас кругом одни березы. Сейчас мы пойдем, надо выбрать самую толстую березу. Березу ищем потолще. О, какую надо березу искать. Потолще, потолще. Сегодня холодно. Смотрите, вот прям сок прям вот сверху бежит. Вот береза, он сверху-сверху капает. И он вот капает все вниз. Но видите, сегодня вот холодно просто мы приехали. И так вот капает. И вот такие вот, смотрите, сосульки растут прям вот. Это не вода, это березовый сок. Прям сверху это все капает. Ну вот, дорогие мои, сейчас покажу, как мы собираем березовый сок. Ну, я думаю, секрет никакой не открою. Как все, так и мы собираем. Берем шуруповерт, сверлим отверстие, вставляем трубочку. Ну, конечно, на конце трубочки ставим бутылочку. Вот мы приехали сюда, здесь уже был мой товарищ. Я его попросил поставить мне баночку, и он ее поставил. Сейчас я вам покажу уже просто, как это все выглядит. Но сейчас что-то сегодня очень холодно. Видите, даже сок замерз. Вот, отверстие, шланга даже замерзла, видите. Толщиной где-то примерно 10 миллиметров. И вот бутылка стоит. Но бутылка накапала, почти полная. Но тоже, походу, она уже... Да нет, в принципе, нормальная. Ну, вот так собирается березовый сок. Сейчас мы его перельем в бутылочку. Посмотрите. Переливать будем, фильтровать сок будем через такую воронку. Вот, вот такое количество сока березового мы с вами набрали. Бутылочки по 5 литров. Значит, десяточку мы набрали. Дегустацию будем проводить уже дома. Ну, расстояние примерно, ну, метров 5 до них. Курочка пошла. Ну вот, дорогие мои, мы уже и дома. Наша бутылочка «Пятерочка». И вот я уже налил себе стаканчик березового сока. Пробуем, конечно. На вкус, ну, что-то напоминает, как вот, помните, раньше был в детстве березовый сок. Может быть, сахара не хватает. Сейчас попробуем добавить сахара. А так, ну, в принципе, чем-то напоминает, да. Ну, мне кажется, не хватает сахара. Сейчас добавим сахара и будем делать вкус детства. Вот такой сок он у нас с вами получился. И скажу одно. Не было бы друзей, мы бы остались без сока. Сами видели, какой мороз, как он... Короче, может, с этим вообще не тек. Если бы товарищ бы не поставил нам убираться сок, оставили бы мы с вами без сока. А вам всем отличных выходных.